Когда живешь по своим принципам, и мир тебе знаком, имеешь то, что имеешь, забыв обо всем другом. Когда устал, когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный порыв с геройским рывком. Нападет тоска аж до слез, почему не знаю, но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая свои широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью происходящей. Всегда сочиняй мечты. Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Сочиняй мечты. Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Всегда сочиняй мечты. Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Сочиняй мечты. Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Скоро будет все сбываться. Скоро будет все сбываться. Скоро будет все сбываться. Российский рэпер, участник группы «Каста» Владислав Лешкевич, он же Влади, накануне провел пресс-конференцию в Ростове. Впервые за музыкальную деятельность артист выступает сольно. В конце 90-х «Каста» прогремела на всю страну. Десятки альбомов, миллионы проданных дисков, всевозможные музыкальные награды в номинации «Лучший хип-хоп-проект» и признание поклонников по всему миру. Этого оказалось мало. В марте 2015-го Влади выпускает третий сольный альбом «Несусветная». В трек-листе 12 композиций «Перемены» и «Чемпион мира» заняли лидирующие строчки музыкальных хит-парадов. Альбом больше недели на первом месте российского iTunes. Событие волнительное, событие важное для меня. Все, что происходило раньше, это было в рамках «Касты», а теперь вот сольный концерт. Я рад, что так складывается обстоятельства. Это действительно сильно отличается. То есть вроде бы это тоже рэп, и в программе даже есть песни, которые мои сольные, на которые на концертах «Касты» иногда звучат, но большая часть репертуара другая, и это иначе подается. То есть это прям, ну, это концерт другого артиста. Журналисты отмечают, Влади повзрослел. Сам певец не скрывает, в его жизни большие перемены. Теперь он пишет совсем другую музыку, снимается в кино и воспитывает двух сыновей. Это вещи довольно интимные, о них и в песнях-то говорить сложно, поэтому я ее сочинял, не знаю, месяца 4. Вроде бы там все из простых слов, но далось сложно. Какие перемены? Ну, я думаю, что если меня поставить сюда вот лет 5-7 назад, ну, я был бы какой-нибудь такой слегка огрызающийся, я бы пытался в каждом вопросе искать подвох, и находил бы его, самое главное, даже если его там нет. Вот, ну, и мои ответы были бы такими колючими, и я думаю, что я бы не улыбался, да и большинство таким же образом бы настроились и уже бы начали мне пытаться задавать какие-то компрометирующие вопросы. Ну, в общем, как иначе бы беседа строилась, точно. Я думаю, это хорошо, что... Вот, простите, что такие изменения произошли во мне. Во мне перемены, я и брат, и это лучшее время, пришла пора. Во мне перемены, я и брат, и это лучшее время, пришла пора. Изменить себя, это против принципа, но это лучшее время, пришла пора. Во мне перемены, и я им рад, и это лучшее время. Ростов – четвертый город в программе тура. После – концерты в Санкт-Петербурге, Красноярске, Новосибирске и Риге. Проследить все музыкальное путешествие Влади по городам страны, саундчек, интервью, вырезки с концертов можно на официальном сайте группы «Каста». Видеодневник рэпер снимает на телефон. Музыканты во многом идут в ногу со временем. Для мобильных устройств на базе iPhone и Android есть специальное приложение «Касты», где можно послушать песни, узнать о концертах и посмотреть свежие видео. Совсем скоро поклонники услышат новые треки «Каста». Готовится к выходу совместный альбом. Также исполнители обещают порадовать интересными дуэтами. А в январе музыканты отправляются в тур в Соединенные Штаты. И мы будем идти на свет, который не погаснет. И там, где пока нас нет, мы попытаем счастье. И мы будем идти на свет, который не погаснет.
погаснет. И там, где пока нас нет, мы попытаем счастье. И мы будем идти на свет, который не погаснет. И там, где пока нас нет, мы попытаем счастье.